Ну что, трудно в одиночку забивать, да? Самому же приходится делать. Чем больше ты вкалываешь, тем больше они от тебя требуют. Мальчик золотой! Харламов перебирается в Москву. Его забирает Тарас. Каждый игрок должен уметь защитить ворота. Тебе не больно, Харламов? Да он издевается над нами. Тебе надо уходить в другую команду. Тебя любой тренер с руками-ногами оторвет. Ученики часто ненавидят своих учителей. Бывает, даже предают. Ты реши свои проблемы, а потом приходи сюда на лед, понял? Главное, все делать честно, но и научиться быть счастливым. Как у вас так просто все? Мне вообще кажется, что кроме хоккея мне в этой жизни ничего не надо. А ты должен играть с лучшими. НХЛ – это НХЛ. Это мечта всей моей жизни. Если вы поддерживаете Тарасова, то вам не место в элите советского спорта. Раз! Я буду играть. Быть вместе полчаса между твоими тренировками мне неинтересно. Иди ты к черту! И жалеть меня не надо! Твой номер 17-й. Его весь мир знает. Наша сборная приехала побеждать. Защищай ворота! Ты понимаешь, что этот матч может оказаться для тебя последним. Ну, значит, это будет мой последний матч. И вот здесь твоя главная битва!